В список ЮНЕСКО внесена гора в Киргизии, где, согласно местному преданию, жил библейский царь Соломон. Спецпредставитель ЮНЕСКО по Центральной Азии Сергей Лазарев вручил президенту Киргизии Розе Атунбаевой сертификат о включении в перечень культурного наследия этой организации горы Сулеймана, сообщает Интерфакс Религия. Церемония прошла 1 июня в южной столице республики, городе Ош, где и расположена эта гора. По преданию здесь жил пророк Сулейман, так в исламской традиции звали царя Соломона. И теперь, после включения ее в список ЮНЕСКО, она станет почитаемой во всем мире, сказала Атунбаева. Она подчеркнула, что эта священная гора веками оказывала влияние на мировоззрение киргизского народа.